Добрый день. Меня зовут Китаев Александр, независимый политический обозреватель. Что я думаю по поводу вмешательства штатов во внутреннюю политику Венесуэлы? Что-то сказать надо то, что штаты являются сильнейшим капиталистическим государством, и потому они вмешиваются во внутреннюю политику Венесуэлы, Российской Федерации, что я как гражданин Российской Федерации, конечно, ощущаю, но политику любой страны, точно даже союзнических. Постоянно приходят новости о том, что венесуэльская оппозиция устраивает провокации, там бьет, сжигает дома и так далее. Ничего нового, отработанная схема. Дело в том, что этими шагами оппозиция автоматически ставит себя вне закона, и после этого она теряет право говорить о какой-то альтернативе, курсе правительства. Может быть, и имеются некоторые недочеты, в том числе с нарушениями закона у правительства, но оппозиция, демонстративно попирающая закон, не имеет никакого права об этом говорить. Я не хочу давать никаких таких специфических советов населению Венесуэлы, хотя бы потому, что каждый народ должен сам решать свою судьбу. Но если диалог будет успешным, можно только порадоваться. Только что можно сказать по этому поводу? Диалог не должен ограничиваться исключительно декларациями в стиле «ребята, давайте жить дружно». То есть этот диалог должен иметь также содержательную сторону, идеологическую, экономические преобразования, позволяющие пресечь взрывную деятельность оппозиции. Мы должны голосовать умом и сердцем и просчитывать последствия. Так будет правильно.